Sí, rumba. Tamrara, tamrara. Спасибо. Вот я хочу сказать, вернее, повторить это, я много раз говорил. Этот полонез – это выражение польского духа. Польска не сгинет. Это известное выражение по-польски «Польша не исчезнет». Вот это националистическое сочинение, оно должно быть призывным, оно должно выражать силу духа Польши. Фа-ми-ми! Тара-тара-дара-дам! Тара-дара-дара-дара-дара-дам! Драм-драм-драм-драм! Первый настоящий концерт состоялся летом 1955 года в Варшавской филармонии. Был международный фестиваль молодежи и студентов. Это был мой первый выезд за рубеж. Меня избрали членом концертной делегации на этот фестиваль. Вот. Ну, я начал готовить какие-то сольные выступления, там, состоящие из мелких пьес. И вдруг оказалось, что едет еще молодежная группа оркестра Большого театра, с Евгением Федоровичем Светлановым. Мне предложили сыграть второй концерт Шопена, который я, кстати, готовил на конкурс Шопена. Я еще очень благодарен этому Варшавскому фестивалю, что он меня научил серьезно относиться к иностранным языкам. Когда я встретился с какой-то делегацией, оказалось, что эта делегация не то из Ирландии, не то из Шотландии. Я кинулся к ним и с большой радостью сказал «Hello, how do you do?» После этого они стали очень быстро говорить на каком-то мне непонятном языке. Откуда я понял, что я ничего не знаю? После этого я очень серьезно занялся английским языком. И, конечно, сейчас я уже могу понять, что они говорят. Вот. А мое выступление в Варшаве было очень приятным, хотя были очень тяжелые условия, потому что советская делегация состояла, по-моему, из 400 человек. Нас поселили далеко от центра, в 14 километрах от столицы. Мы там ездили на автобусах, соответственно. Я почти не занимался перед концертом. Потом мой педагог сказал, а настоящий пианист должен уметь, и не занимаясь, играть хорошо. Я приехал в Москву, это был 48-й год 20 века. Очень такое, я бы сказал, голодное время, тяжелое время. Приютила меня у себя Марья Григорьевна Смирнова, родная сестра моего дедушки и тетя моей мамы. А жила она в коммунальной квартире на Третьей Мещанской. Так как спать было негде, то вынимались чемоданы, и расстилалась постель на этих чемоданах. Ну, после года такого существования все поняли, что это дальше невозможно. И тетя Маня нашла свою сослуживицу, Марию Ивановну Суровягину, замечательную женщину, у которой тоже была одна комната в коммунальной квартире, в которой она жила на улице Кирова, теперь Мясницкая, дом 15. Это знаменитый дом со львом. И на пятом этаже была огромная квартира, в которой жило 13 семей. Соответственно, 13, даже, может быть, 14 комнат, потому что одна семья имела две комнаты. Вот. Была огромная кухня с четырьмя большими газовыми плитами. Было два туалета и одна ванна. Приходилось ходить в баню. Я прожил там с 49-го. По 63-й год. Всю свою юность, пока я не женился. Причем, когда я женился, то Мария Ивановна Суровягина, светлая ей память, уступила нам с женой свою эту комнату и перешла жить к своей матушке, которая жила с ее сыном, тоже в одной комнате.
И вот мы с моей женой жили в этой коммунальной квартире. Коммунальная квартира была очень добродушная, ну, хотя как во всякой коммунальной квартире, там были свои течения и напряженности. Но меня, в общем, как ни странно, все любили. Особенно, когда оказалось, что я там стал каким-то лауреатом, ну, тут уже все, так сказали, гордиться тем, что у них живет лауреат международного конкурса. А рядом с комнатой Марии Ивановны была комната Лины Ивановны Савкевич, такой очень пожилой дамы, у которой была близорукость -22. Она читала вот так вот. Но она знала много иностранных языков и была племянницей адмирала Макарова, знаменитого героя русско-японской войны. У нее был рояль Беккер, на котором никто не играл. И вот когда я уже проявил себя как достаточно подающий надежды, Лина Ивановна подарила мне этот рояль Беккера. Он не был очень высокого качества, к сожалению. Но очень был хорош для того, чтобы на нем играть упражнения и развивать свою технику. И этот рояль переехал в нашу 13-метровую комнату. Как он там поместился, я не знаю. Но, во всяком случае, потом мы с моей женой там жили, и у нас родилась дочка, и все помещались. Ничего страшного. У меня не было комплексов. Я знал, что я приехал учиться, и что я должен учиться. В большом городе, конечно, очень много соблазнов и так далее. И вот я к своей чести должен сказать, я их, в общем, избежал. Можно было и в плохую компанию попасть, и выпивать начинать, и курить начать. Я начинал курить, но мне это показалось неприятным. И тем более, так как все курили рядом, я решил, я курить не буду. Вот. Протест. А в городе я чувствовал себя достаточно хорошо, потому что я вставал в 7 утра и бежал в школу. Нужно было ехать на трамвае. Потом я ехал к своей родной тете. У нее была квартира с роялем, и она мне позволила у них заниматься. Там я занимался до тех пор, пока меня не выгоняли. А вечером я ехал в музыкальное училище на уроки и учился. Приезжал домой довольно поздно. На то, чтобы делать уроки, у меня времени не хватало. Я так погодя их делал. Просто времени не хватало на комплексы. Нужно было действовать. Тем более, что мой педагог, когда я был на первом курсе музыкального училища имени Политова Иванова, Илья Романович Клячко, он мне очень много привил. Он, можно сказать, он был моим отцом музыкальным. Он научил меня мыслить образами, мыслить, что музыка – это не только одни звуки, но это звуки, которые имеют цвет, вкус, запах и так далее. Вот. И Илья Романович мне сказал, так у тебя же плохая техника. На что ты можешь рассчитывать? Я говорю, а что я должен делать? Он говорит, ну, вот, занимайся этюдами. Я взял этюды Черни, опус 740, их 50 штук. И за год выучил все, без педагогов. Я ему их не носил. Но это меня сильно двинуло. В Московскую консерваторию имени Чайковского приезжает учиться талантливая молодежь из всех республик страны. Это будущие певцы, музыканты, композиторы. Я пришел в консерваторию в 1953 году. Тогда консерватория была с огромным количеством корифеев. Должен сказать, что все профессора сидели в комиссии и принимали молодых музыкантов. Вот сейчас фортепианный факультет очень большой, поэтому многие, так сказать, хотят сидеть, многие не очень хотят, многие, так сказать, меняются и так далее. Вот. А тогда все сидели и все слушали. Александр Борисович Гильденвейзер попросил меня сыграть. Там такая красивая фантазия, мощная, квазиорганная и очень трудная фуга. И Александр Борисович сказал, сыграйте, пожалуйста, только фугу. Но начинать с фуги было неудобно. Потом я должен был играть сонату Моцарта, си бемоль мажор, Кехель 333.
тоже всю. Сыграйте, пожалуйста, медленную часть. Вот для него было важно, как молодой абитуриент играет медленную часть сонаты Моцарта, где, собственно, там нечего играть, там очень все просто. Вот. Но это должно звучать, это должно быть с хорошим вкусом и так далее. Гальдвезе пришел к Клайберну после его победы. Он не был членом жюри, он уже был достаточно пожилой. И сказал: «Господь Бог дал мне долго жить, чтобы услышать вас». Конкурс имени Бена Клайберна был создан в Техасе, в городе Форт-Уорте, в том, в котором родился Бен Клайберн, общественностью города. Бен Клайберн к нему не имел особого отношения, он, так сказать, был только иконой. Нужно сказать, что этот конкурс для нас, с политической точки зрения, был очень тяжелым, потому что в 1962 году разразился кубинский кризис. Простые американцы принимали нас очень радушно и очень тепло, но мы чувствовали все время какую-то настороженность со стороны официальных лиц. Естественно, конечно, тогда мы не могли высказывать ни своего мнения по этому вопросу, а наше мнение должно было соответствовать газете «Правда». Вот, и я помню, когда меня спросили об этом, я вынужден был сказать, что я, конечно, поддерживаю решение советского правительства. На что потом в прессе появилось заглавие «Откровенный пианист». Тогда нас вызывала Екатерина Алексеевна Фурцева, нам говорили: привезите первую премию и так далее. Но на этом конкурсе первой премии не получилось. Среди блестящего жюри этого конкурса были какие-то совершенно неизвестные фамилии. Вот. И эти неизвестные фамилии, по всей видимости, там немножечко давили. Ну и, конечно, американцы хотели дать своему музыканту, Ральф Вотапек, очень такой аккуратный, профессиональный, хороший музыкант. Ему дали первую премию. У нас было тяжелое положение, потому что дирижер, который должен был дирижировать на финале, опаздывал из-за самолета. И нас заставили на всякий случай репетировать два концерта – «Рапсодию Рахманинова» и третий концерт Бетховена с другим дирижером. Но дирижер прилетел в 2 часа дня и сказал, что он хочет репетировать. Нас тут же вызвали, и мы в 2 часа дня еще раз репетировали эту же самую программу. А вечером выступление. Вот. Я не хочу сказать, что я устал и плохо играл, я играл хорошо. Но, конечно, в какой-то степени это было тяжелое испытание. Коле в этом смысле Петрову повезло, потому что он играл на следующий день, соответственно, у него была нормальная утренняя репетиция и нормальный вечерний концерт. И он играл третий концерт Прокофьева, который, в общем, с точки зрения ансамбля с оркестром, легче, чем «Рапсодия Рахманинова». Ну, это я не хочу ни в коем случае не оправдываться. Я очень рад, что Коля, молодой Коля, который блестяще играл в «Дон Жуан», получил на этом конкурсе вторую премию, а я получил третью премию. Я жил в замечательной семье сэра Уилсона. У него была прелестная жена, которая была меломанша, очень заботилась о нас, о всех. Приглашали и Колю, и Льва Николаевича Оборина в том числе. Я помню, у них была замечательная домработница, кухарка, темнокожая женщина, такая полная, большая, которая меня обожала. Вот, и готовила мне всякие вкусные вещи. Я помню, что мама моей хозяйки, которой было уже под 80 лет, очень пожилая дама, вот, должна была меня отвезти, потому что у меня на следующий день был концерт, и должна была отвезти меня домой, чтобы я занимался. А там продолжался этот прием роскошный и так далее. Вот, она сказала: ну, давайте я вас отвезу. Но я видел, как она пила вино, алкоголь. Я говорю: а как у вас насчет управления машиной? На что она сказала: ну, что вы, молодой человек, я вожу машину с конца прошлого века. Это была уже вторая половина 20-го. Вот так села за руль, так лихо развернулась и отвезла меня в полной безопасности домой. Дирижеры,
Мне, конечно, очень повезло. Первый свой концерт с оркестром, концерт Грига, я сыграл с Михаилом Никитичем Трианом. Михаил Никитич был очень требовательным музыкантом. Он очень серьезно занимался с учениками, кричал на них: «Уроды! Чисто играть надо!» там, и так далее. А потом, или там: «Контрабас, ну настройте свой инструмент!» Говорит: «Нет, выше!» «Нет, ниже!» «Ну, играйте, как хотите!» А следующий свой концерт я играл с Геннадием Николаевичем Рождественским, с молодым. Мы играли первый концерт Рахманинова. Ну, что тут можно сказать? Геннадий Николаевич – гениальный дирижер. Гениальный мастер с невероятной дирижерской техникой. Он может в флейте показать все там 20 быстрых нот, которые флейта играет. И он показывает это пальцами как-то. С ним чрезвычайно удобно играть. Еще удобнее было играть с Кириллом Петровичем Кондрашиным. Это был великий дирижер. Я только недавно узнал, что, оказывается, он был намного старше меня. Он 14-го года рождения. Он старше Рихтера и Гиллица. Вот. А в 50-х, 60-х годах и в 70-х годах я с ним играл. Вот. Это был маэстро молодой, талантливый, энергичный. Я помню, как мы играли «Рапсодию на тему Паганини Рахманинова» на Рижском взморье во время лета. И очень жарко было и так далее. И мы репетировали очень тщательно. И вот он как-то так это играл, что я мог делать все, что я хотел. Вот эта знаменитая медленная вариация «Ла-ра-ри-ра-ром, та-ра-ра-ром». И вот все, что хочешь, делаешь. Хочешь рубату делаешь, хочешь играешь ровно. Он за тобой идет. Я считаю за большое счастье начать свою концертную карьеру на Западе. Я уже об этом говорил на Варшавском фестивале молодежи и студентов. Я сыграл второй концерт Шопена с Евгением Федоровичем Светлановым. И впоследствии я играл с Светлановым и третий концерт Бетховена, и первый концерт Рахманинова. Во всяком случае, встреча со Светлановым – это очень такой золотой фонд моей жизни. Когда я выучил второй концерт Шостаковича и сыграл его в Праге, то, естественно, это имело какой-то резонанс и в Москве. И в один прекрасный день мне позвонили и сказали, что Александр Васильевич Гаук хочет со мной сыграть второй концерт Шостаковича. Это был дирижер той старой школы, великий маэстро. Причем я помню, я жутко волновался на репетиции почему-то. И даже как-то что-то начал путаться, он на меня так выразительно посмотрел, Александр Васильевич, что я сразу все вспомнил. Вот, и это был очень успешный концерт. И, по-моему, я ему понравился, потому что уже через несколько лет он меня пригласил сыграть с ним в Баку третий концерт Бетховена. Ему оставалось жить недолго, и у него была большая раковая опухоль на лице. И он очень плохо себя чувствовал. Но, несмотря на это, он отменил даже свои сольные выступления дирижерские, но третий концерт Бетховена мы с ним сыграли. Это был один из последних концертов в его жизни. С Константином Константиновичем Ивановым я тоже играл несколько раз. Константин Константинович Иванов очень долгое время был главным дирижером государственного оркестра. Он сам воспитал в себе абсолютный слух. Он очень тщательно занимался. Вот, предположим, сегодня он посвящает весь день ноте до или там до мажору. Потом в следующий день он посвящает соль мажору. А потом он это сравнивает и пытается узнать, где до мажор, где соль мажор. Он всегда вызывал исполнителя к себе домой. Я садился за фортепиано, его жена садилась за второй рояль. И он дирижировал во время исполнения, причем, так сказать, даже делал указания. Здесь кларнет не то сыграл. Я... Кларнета нет. Но он, так сказать, предполагал, что это он может сказать.
Бывали и курьезные случаи с дирижерами. Я помню, что я играл второй концерт Рахманинова в Будапеште. Дирижировал довольно пожилой человек, который, так сказать, с гордостью сказал мне, что он еще дирижировал Федору Шаляпину. И вот в середине второго концерта Рахманинова, во второй части, там есть очень такой большой пассаж в до диез мажоре, где пианист играет, потом играет, так сказать, все так назад, и такие вот пассажи там, и оркестр должен вступить на четвертую долю. И вот как-то у него это не получалось. Он никак не мог ощутить, когда же ему надо вступить. На репетиции мы повторяли это раз 15, наверное. Я уже делал специальные акценты, все так далее, все. Ну, в конце концов, получилось. Он сказал, вот видите, вечером будет. Вот, вечером я играю этот пассаж, иду вниз, играю. Не вступает. Пум! После концерта он говорит, вот видите, как хорошо получилось. Когда стоишь в этом дворе, то чувствуешь, что ты стоишь дома. Я помню, когда сюда приехал Владимир Хоровиц, великий музыкант, которого мы никогда не слышали живьем, а знали по пластинкам. Он уехал из Советского Союза в 1927 году и приехал через 60 лет. Впечатление было, конечно, огромным. Сначала мы были на репетиции, потом мы были на концерте. И вот я помню первое впечатление, когда Владимир Самойлович еле-еле вышел на сцену. Мы знали, что он человек пожилой, ему там где-то вот больше 80. Вот. Но никто не предполагал, что он будет играть как молодой человек. Вот. Приехал специальный рояль, который стоял под замком. И позволено было отпирать этот замок только его личному настройщику. Я помню, Артамонов, наш великий настройщик, тоже помогал в этом смысле. И вот первое впечатление – чудо. Вот он начал сонату Скарлатти медленную, и вот чудо звука. Никто так не звучал, как звучал Горовиц. И весь концерт был каким-то необычно новым для нас. Потом я послушал этот же концерт на телевидении. Ничего подобного. То же самое, что мы знали раньше. Вот это различие концерта в жизни, концерта живого и концерта в механической записи, оно огромно. И поэтому я призываю, ходите на концерты. Меломан – это не ругательное слово, как кто-то однажды сказал, обругают еще меломаном. Вот. Меломан – это любитель музыки, потому что музыка – это искусство, которое требует сопереживания, когда вы ее слушаете. И вы не можете есть суп и одновременно слушать музыку. И если ваш слух достаточно натренирован, вы начинаете следить за развитием драмы или движения и получаете огромное наслаждение, которое очищает вашу душу, очищает вас от всех скорбных вещей, которые существуют в мире. Очень многие люди, которые не посвящены в классическую музыку, в чем-то бедны. Профессионалы слушают музыку несколько иначе, потому что они ее очень хорошо знают, иногда даже играя ее лично, имея собственную трактовку, они сразу начинают эту собственную трактовку сравнивать с трактовкой исполнителя. Естественно, собственная трактовка нравится больше, поэтому они начинают критиковать. Я принадлежу к тем людям, которые страшно интересуются именно другими трактовками, чем моими. Свои я уже сделал, я их знаю. А мне страшно интересно, вот как другой читает эту же самую музыку. И я для себя очень часто нахожу очень много интересного. И я не стесняюсь воровать. Вот я считаю, что это совершенно возможно. Вот если мне понравилась какая-то интонация у Эмиля Гилельса или у Софроницкого, и она подходит под тот, так сказать, сценарий, который я себе представляю в произведении, я спокойно этим пользуюсь.
Ой.